Сегодня губернатор края в Геленджике проводит координационное совещание по борьбе с контрафактным алкоголем. Всю конфискованную продукцию хранят на специальных складах. Один из таких посмотрел Вениамин Кондратьев в городе-курорте. Только на нем находится около 50 тонн нелегальных горячительных напитков. Это и откровенные суррогаты, опасные для жизни, и алкоголь, который продается без лицензии. Есть вот та самая негативная репутация наших курортов, в том числе и, конечно, Геленджика. И сегодня мы должны делать все, чтобы репутация курортов наших, курортов Краснодарского края, была на высочайшем уровне. А все это как раз ее и очерняет. Нужно сделать так, чтобы фальсификаты и контрафакты на внутреннем рынке нашего региона не было. И мы должны конструктивно найти меры. И такой алгоритм, который раз навсегда поставит точку в вопросе суррогата и контрафакта в Краснодарском крае. Для курортного региона вопрос регулирования рынка алкоголя – один из важнейших. Механизмы по борьбе с контрафактом разрабатываются совместно между всеми ведомствами. Участие в совещании принимают прокурор региона, начальник полиции Краснодарского края и главный следователь Кубани.